Это не российский вариант. Это не Россия. Это же все целое, аккумуляторы сгоревшие. Раз, работал свет. Со стороны вооруженных формирований Украины был совершен массированный обстрел жилых улиц города Донецка с применением, как было обнаружено на месте, РСЗО «Град». Непосредственно в данной маршрутке, которая следовала по своему пути, находились люди, мирные люди, среди них также имелись дети. Вот, все погибли. Водитель, по счастливой случайности, остался живой. Лена, хорошо, приедет по телефону.